Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Первый день, и 37,5 миллиона древесины я забрал. Так, дальше у нас Беззубик. Что он нам принес? А принес он нам 85 тысяч рыбы. Конечно, это мало, друзья, очень мало. Просто сущие копейки. Так, это у нас многоножка. Точно. Разместить на острове не получилось, поэтому она полетела к нам туда, в академку. Так, ну что, давай за древесиной лети. Ты у меня полетишь тоже за древесиной. Так, в колодце у нас выпадает 120 тусклого янтаря. Древоруб грустит, пускай летит за деревом. Так, ну что, этого опять отправляем, ребят, за железом. Само собой, нечего им тут прохлаждаться. Посмотрим, что нам сарделечка. Наверное, янтарь. Угу. Как всегда, янтарь. Оставим ее в покое. Дальше у нас барсик идет. И барсик нам приносит руны. 12 штучек. Пускай барс и вепрь. Вот так сделаем. Дальше идет кривоклык. Угу. Так, крутим тогда колесо приключений и смотрим, что у нас тут. Руны 10 штук. Слушай, ну нормально, в принципе. Давай отправим тогда его дальше в приключения и посмотрим, что нам Грамгильда. Яйцо. Два яйца, интересно. Так, я буду очень долго смеяться, если здесь еще выпадет третье яйцо. Будет прикольно. Так, давай, парень, лети за древесиной. Тут у нас блестящий янтарь. Обмен янтаря мы получили. Так, не хватает, да? Не хватает у нас тусклого янтаря. Ладно, ничего страшного, нас собираем. Но у тебя что? Вот это я заберу, и, пожалуй, все. Этого пройдоху мы будем... О, пускай летит, тренируется. Давай за деревом. За деревом. За рыбой. За древесиной. Так, ну что, они тут полетели все за древесиной. Мрачно шип. Пускай идет, тренируется. Шикарно. Так, этого тоже отправляем за древесиной. Так, это еще не все, ребята. Еще не все. Болтун, 32 миллиона. Давай, наверное, его дальше прокачивать. Зеленая смерть тут уже у нас любуется, смотрит, вынюхивает, что там принесли. Тусклый янтарь, а? Нет, яйцо. Ничего себе. Продолжай идти. 150. Так, он сколько? 630 требует, да? Пока, наверное, пускай летит за деревом. Так, дрожжезуб. Ну, вроде бы пока здесь все. Остается только лишь наших легендарочек потревожить. Немножечко, так скажем. Так, и, наверное, нам надо будет отправлять Беззубика, да? Конечно же, за шлемами. Пускай летит. Так, 630 пока никак не получится. Здесь 630 уже опять не получается. Пускай летит за древесиной. Этот за рыбой. И этот за рыбой. Этот за... Так, древесины нету. Древесины, к сожалению, нету. Так. Ну, я не могу, ребят, чтобы вот этот вот не полетел за древесиной. Так, давай, вернись тогда, вот этого отправлю. Сделаем так.
А лучше, наверное, же вот так вот сделать. Этого вернуть, этого отправить. Так, ну здесь вроде бы все. Давай откроем пак. Костолом, шторморез, громобой. И следующее на открытие поставили. Так, здесь у нас еще, не забывай, пак бесплатный, который я заберу. Монетудина, шторморез, ловарык, громобой. Отлично. Ну и что, у нас сезонный абонемент, конечно же, друзья. Все награды у нас. Так, начался новый сезон. Костры Болтейна. Хм. Костры Болтейна. Нормально. Так, две награды у нас, да, получается? 120 железа. Это шикарно. 30 рун. Тоже великолепно. И у нас потом будет арка цветов. Здесь цветочки. И давай посмотрим, есть ли у нас, друзья, события. События, к сожалению, нету. Ну, ничего страшного, нет события, есть... Есть арена, да? Давай на арене, правда, у нас паки все забиты. Ну, чтобы, как говорится, не просто так зашел я в игру. Давай получим хотя бы один пак вождя. По-быренькому пробежимся. То есть три поединка отыграем, и будет нормально все. А вы, ребят, не забывайте писать про... Когда будет событие. Вдруг я на работе или еще где-нибудь. Не могу не увидеть, понимаешь? Так что вы пишите. Так, вот это мне не нравится. Может быть, вот так все-таки сделать? Раз, два, сейчас вдвоем они тут. По-моему, мы потеряем сейчас. Я сделаю так. И хильнемся. Угу. Сейчас, по-моему, фаерболы полетят. Ну, конечно же, ну куда же без них-то, ребят, ну. Да ладно, Барсик еще и выжил, ты прикинь. Вот это да. Он еще и отомстил. Вот это я понимаю. Крутой Барсик. Ну что, давай штамповать тогда. И вот так. Убьем отхилочкой. Так, ребят, у нас очередной поединок. Здесь сарделька. Я, наверное, сардельку пока трогать не буду. Потому что я ее фиг пробью. Она все-таки страж. Начну с более-менее что-нибудь попроще. Так, ну этот, в принципе, уже не жилец. Я его сейчас уничтожу. Так, теперь давай, наверное, кривоклыка бомбить. Блин, сарделька, ты достала, а? Как ты бьешь сильно, а? Кто бы только знал. Так, промашку дал. Ну, в принципе, наверное, кривоклык. Нет, еще поживет чуть-чуть. Нет, не поживет. А ну что, сарделька? Вот мы с тобой один на один-то и увиделись. У тебя шансов на выживание здесь равны нулю. Сейчас мы слепоту повесим, и этот парень будет полностью наш. Удвоение энергии, но нам это как бы уже не страшно. Сделаем так, сразу же понижаем ему защиту, и кривоклык добивает. Ну что, ребята, вот он, надеюсь, последний, третий поединок. Если мы троих побеждаем, то пак вождя будет у нас в кармане. Угу, 141. Так, они еще втроем ходят здесь, да, сразу же? Друг за другом. Это не есть хорошо. И все на Барсика прут, а? Так, ну что, минус один. Этот пойдет сейчас глушить, 100%. Наверняка в Барсика. Да? Ты серьезно? Да ну! Вот это, ребята, фарт. Просто два дракона промахнулись. Но мы-то не промахиваемся, мы-то убиваем, уничтожаем.
Так, ну что, давай, голодранец. Тебе, в принципе, тут тоже уже осталось доживать свой маленький, так сказать, век. Слушай, он все-таки Барсика уберет. Да, он его заберет с собой вместе. Паршивец все-таки, ладно, ничего страшного. Так, ну что, друзья мои, вот он, пак вожде. Открываем шторморез, шипорез, громобой, кревет, кошмарный пристрелов, алая плеть и беззубик. И также нам выпал обычный, друзья мои, пак. В принципе, на сегодня можно, да, закругляться. Нам все равно здесь делать нечего больше. Так, а сколько стоит? 4,5, да? Мне сказали, Рэй, у тебя... не все почищено, типа где-то деревья, камни. Вот я ищу, где у меня тут деревья, камни. Вот тут, что ли, или где? Не знаю, про что ты там имел в виду. Вот здесь, может быть. $240 миллионов. Ну и вот здесь, да? Ну да, есть, есть, ребята, у меня территория, так сказать, не зачищенная до конца. Учтем. Так, а по поводу прокачки. Мельница. Ой-ой-ой-ой-ой, 5000 железа на ветряную мельницу. Да вы серьезно, что ли? Ё-моё. Да. Ладно, ребятушки, на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.